Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4. Урок 24. Даны схемы. По ним мы должны придумать задачи и составить выражения. Первая схема А. Например, такая задача. На одной тарелке лежало 5 яблок, а на второй 4. Сколько яблок всего? Мы находим целое по его части. Для этого мы 5 прибавляем 4. Задача Б. Известно целое 9 и известна одна часть 7. Найти вторую часть. У Маши было 9 конфет. 7 она отдала одноклассникам. Сколько конфет осталось у Маши? Мы должны от 9 отнять 7. И получится 2. 2 конфеты осталось у Маши. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.